Здравствуйте, дорогие мои. Всем приветик. Сегодня целую ночь шел дождик. И вот наша Нана сидит на большом дереве, с которого она прыгает на крышу. Смотрите. Ха-ха, какая она хорошая. Вот. Плохо видно. Сейчас она к нам придет, наверное. Ну, а вот ее любимое занятие. Вот она прыгнула на веточку. А теперь с веточки она сейчас, наверное, прыгнет на провода и побежит в кормушку. Но нет, очевидно, здесь у нее тоже закрома. Ай, передумала. И так побежали, побежали. Ха-ха, побежали. Тут уже плохое освещение, плохо видно. Побежала, побежала по проводам. Ну вот. Наконец-то прибежала она в кормушку, попила водички и теперь запасается орешками. Целый день сегодня кушает орешки. И вы знаете, что я заметила? Я заметила, что она эти орешки и в акацию складывает, и во все расщелины деревьев. Побежала, побежала. Она так ловко бегает по проводам. А еще, дорогие мои, я сегодня поймала ее на месте преступления. Оказывается, она бегает на крышу пятиэтажного дома, по балкону, по дереву огромному и прямо на крышу, потом с крыши по проводам и к нам в кормушку. Вот она, бежит, ну так ловко бегает. Кто видит первый раз, прямо в шоке. Вот, ой, как она быстро, я не успеваю прямо за ней. Вот она. Я же говорю вам, оказывается, она приходит утром раненько, это я уже засняла. Потом она приходит днем и вот до часу дня, потом она убегает и уже все, не приходит. Она уже она ложится спать в своем гнездышке. А где гнездышко, мы и не знаем. Ну вот, пусть кушает. Ах, побежала. Сейчас снова побежит по проводам. Нет, ну вы только посмотрите. Кто-нибудь видел такую белку, которая бегает по проводам? Да так ловко. Смотрите, смотрите. Ну все, все. Туда-сюда, туда-сюда. Спрячу сейчас в расщелине орешек. И все. Хорошо мы о ней думали. Она решила этот орешек закопать. Спрятать от всех. А куда не поймет. Потому что везде орехи. Везде она уже закопала все орешки. Итак, что же она будет делать? Прыг-скок, прыг-скок, обвалился потолок. Ага, прибежала на любимое место. Так, 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 так. Ага. Опа, опа, опа. Еще не все орешки съела. Я сегодня много орешков сюда положила. И грецких, и фундук, и арахис в кожуре. Вот смотрите, она наедается на целую ночь. Вот. А когда наестся, убежит к себе в гнездышко. Ох, смотрите, она еще не успела закопать. Побежала, побежала, побежала. Вот такая смешная, вот такая чудесная. У нас белочка, умелочка. Все, и бегунья такая, попрыгунья. Так, бежит, бежит, бежит. Ох, стала машина. Ух ты! Она знает, что машина эта стоит. Не ездит. Купили машину, она стоит. Вот она, смотрите, даже не вылазит. Прячет там внутри, в моторе. Все люди идут, все смотрят, оглядываются, фотографируют. Вот видите, женщина будет фотографировать. Но никогда никто не додумается взять и покормить белочку. Никто. А когда увидят, все кричат: ой, красота какая! Ой, посмотри, белочка! Вот такие у нас люди. Неотзывчивые. Вот она. Ах ты моя красавица! Ай, стала, как зайчик стоит, как бурундучок. Вот так вот. Красивая. Ай-яй-яй-яй-яй. Побежала, побежала. Опа! Побежала, побежала, побежала. А женщина снова фотографирует. Орешки не дает. Вот она, смотрите, как ловко прыгает. Вы видите, как она прыгает? И говорят, что белки даже могут, когда упадут с 30 метров,
высоты они не убьются, потому что хвостик у них вместо парашюта. Ну вот, что же она теперь будет делать? Потому что скоро-то в гнездо нужно идти, домой, к себе спать. Ага! Вот в эту кормушку, из этой кормушки она еще пока ничего не брала. Ей труднее сюда долазить. Думает про судьбу свою. Чик-чик. Вот так. Бежит. Куда бежит, сама не знает. Ух, за ней не уследишь. Вы посмотрите, какая она быстрая. И куда же она теперь идет? Все время хвостиком своим машет, как будто бы метки. Наверное, это мальчик. Может, это мальчик? Он все время метки делает на всех деревьях, чтобы никто сюда не пришел. Ну, а мы думаем, что это девочка. А может, и мальчик, а может, и девочка. Знаете, я стою на балконе и говорю: «На-на!» Она мне отвечает вот так: «Тик-тик-тик-тик-тик! На-на!» Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Еще не наелась! Вот так вот! Давай, доедай! Пока я добрая, пока орешки тебе туда кладу. Ну что ж, дорогие мои, на этом Белочка на нас с вами прощается. Сейчас она наестся и пойдет спать. До свидания!